Добрый вечер. Я Дарья Кобер, я его открываю и считаю победителя приза зрительских симпатий. Зрители я этого не видел, но... Картина «Амадор». Фернандо Леон Рауан. А тебе ты за великолепное исполнение женских прав. Приз вручается актрисе Магали Сальвера из фильма «Амадор». Добрый вечер. Ну и мне доверили произнести эту произносимую армянскую, как выяснилось, фамилию, что символично, артиста, представляющего турецкий кинематограф. Итак, приз за лучшую мужскую роль получает актер Барту Кючук Чагдаян, Турция, фильм «Большинство». We are delighted to present, by a majority decision, the award for best film to the Journals of Musan by Yangon Park. Я вообще думала, что сегодня получу такой приз. И поэтому я сейчас вообще очень волнуюсь и не знаю, о чем вам рассказать. Но я могу сказать, что я очень счастлива.